Добрый вечер всем, кто зашел на канал. А я вот сейчас выхожу на набережную и смотрю, столько народа. Будет концерт. Не знаю. А, да, сегодня концерт. Будет что-то с гитарой связано. Кто-то будет выступать. И вот смотрите, сколько народа собралось. Дело в том, что в Испании стоит аномальная жара. Днем вообще невозможно выходить. Очень жарко. Единственное, что у моря там можно. А так по городу так просто ходить не будешь. И я смотрю, вот люди приходят и приходят все больше и больше. Вот аплодисменты уже. Там кто-то поет. Девушка. И смотрите, как все с детками. Поздно, сейчас уже 11 час где-то, 10:30 вечера, а народ все прибывает и прибывает. Все к морю, на пляже разместились много там вот внизу, смотрю, и все слушают концерт. Это уже второй раз. Первый концерт был, и теперь уже вот второй раз этот концерт. Ну, кто-то другой. И, по-моему, еще будет один раз. Потому как август уже, все в отпусках, вся Европа. Поэтому, чтобы не скучно, вот мэрия устраивает вот такие концерты. Это только на Финальсе, и в центре на пляже то же самое. Поэтому очень, кстати, можно хорошо отдохнуть. Хорошо поет девушка. Вот смотрите, сколько в ресторанах сидят люди, в барах. И так будут, наверное, почти до утра. А там вот у самого моря. Здесь продают такие игрушечные штучки, продают. И детям вот очень нравится. Они горят ночью именно и бросают. Музыка хорошая. Хорошо поет девушка. Я подошла ближе. Очень хорошо поет. Хороший концерт. Поэтому стоит посидеть, посмотреть. Скамеечки, все это от мэрии. Вот приготовили скамейки. Приходят, берет каждую скамеечку, садится и смотрит. И красивый вечер. Главное, что прохлада. Очень вот сейчас супер. От моря прохлада и хорошо у моря. Именно ночью. Не хочется домой идти. Можно остаться и спать. Кстати, тоже спят. Я утром выхожу. И смотрю, молодежь, некоторые с ночевкой с вечера так и остаются на пляже. Детки довольны, играют. Тепло, хорошо, прохладно. Все ушли из дому. Рядом гостиницы, поэтому много туристов сейчас. Все к морю. И очень весело. В барах, вот смотрю, все бары заполнены полностью. Многие семьями выходят, вот накрывают полянку и сидят вечером, ужинают прямо у моря, на пляже. Всем спасибо, кто посмотрел это видео до конца. Всем хорошего дня и хорошей ночи.